Всем привет! С вами я, принцесса с Молдаванки, или просто неравнодушная к Одессе, Екатерина. У меня опять сели петлички, я буду с вами разговаривать на фоне моря и тихого фонтана. Кстати, здесь на выходных прям как в деревне. Стройка не работает, тихо, только собак слышно. И шум моря, если есть волны. Ну, мы поговорим не об этом. У меня сегодня день рождения, если кто еще не знает. Мне исполнилось 32 года, и я хотела бы похвастаться своими достижениями. Нет, не карьерными, не денежными, не любовными. Я хочу сказать, что главное, чем я горжусь к своим 32, это приобретение разума. Разум – это, как по мне, некий симбиоз между мудростью и умом. Это то какая-то сила, которая позволяет увидеть черное, белое и полутона. Ведь если посмотреть на этот город, то все мы хотим одного и того же. Мы все хотим жить в комфортном, чистом, красивом городе. Я хочу, бизнесмены хотят, которые строят эти дома, власть хочет, активисты хотят. Ну, быть может, не каждый может позволить себе в этом признаться, не каждый может позволить себе объединиться с другой силой, потому что все мы почему-то считаем друг друга врагами, противодействующей силой. Но почему, я не могу понять. И знаете, что я сегодня загадала, когда задувала свои две свечи на киевском торте Рошен? Нет, не 4 ляма. 4 ляма я и так заработаю. И даже не любовь. Любовь со мной всегда рядом. Я загадала, чтобы к людям пришел тот самый разум. Чтобы люди наконец-то поняли, что только благодаря объединению и симбиозу наших умов, мудрости, талантов мы сможем построить этот прекрасный южный город таким, в котором каждый из нас захочет жить, не захочет никуда уезжать. Это мое очень большое желание. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки я достучусь до сердец, до умов каждого из вас. Всем хорошего вечера, хватит философии. Я поехала в бар Бурбон пить текилу. Если будете в городе, присоединяйтесь, буду рада вас видеть. До новых встреч, с вами была я, принцесса с Молдаванки, или просто неравнодушная к Одессе, Екатерина. Прекрасные виды с ЖК «Аквамарин». Переезжайте все на фонтан.